Это ProdExpo 2021, и рядом со мной новый спикер. Здравствуйте, представьтесь и расскажите, какую компанию вы сегодня представляете. Здравствуйте, зовут меня Ружин Виктор. Представляю общество с ограниченной ответственностью «Элегма Инвест», находящееся в Республике Беларусь, Брестская область, город Барановичи. Занимаемся выращиванием грибов-шампиньонов. И также в этом году вышли на новую переработку отработанного компоста от выращивания грибов, переработку дождевым червем в биогумус. И на основе биогумуса разработали грунты для рассад, для открытого и тепличных грунтов. Интересно, расскажите, шампиньоны вы свежими поставляете, вы поставляете их в каком-то маринованном виде, в каком виде ваша продукция? На сегодняшний день мы поставляем, производство у нас около 300 тонн в месяц. Поставляем мы как в свежем виде и поставляем в консервированном виде. Это все представлено на выставке. Вопрос такой, у вас какие-то есть, может быть, свои брендовые магазины у себя в городе? Или вы работаете с ритейлерами в разных других регионах? Нет, своих сетей у нас нет. Мы работаем по Беларуси, ну и начали работать с Российской Федерацией. Ну, вообще мы на рынке в марте исполнился только год, но кто занимается грибом, наверное, уже у всех на слуху торговая марка «Зеленый Бор», которой мы являемся. Качество гриба у нас на высшем уровне. И тогда еще такой вопрос. Пандемический год, все сидели дома, и тут, наконец-то, шампиньончики вкусные. Вот скажите, вот у вас был спад больше вот в производстве и в продажах, или наоборот был подъем? Ну, наверное, подъема как такового не было ни у кого. Ну и сказать, что спад был значительный, тоже нет. Ну, на среднем уровне шли продажи. Будем говорить так, на складах товар не залеживался. Это замечательно. Что вы привезли на выставку, вот свои коронки, или, может быть, у вас есть какая-то новая разработка, супер шампиньон в каком-то супер маринаде, который мы еще не пробовали? Чем сегодня удивляете? Да, конечно, в маринаде привезли, всем доступно. Пожалуйста, приходите, пробуйте. Маринованные шампиньоны, ну, также представлены и свежие шампиньоны. Приходите все, угостим всех. Спасибо огромное, мы желаем вам удачи, надеемся увидеть в следующем году. И, конечно же, хотим, чтобы в Москве, Московской области, выйдя в ближайший магазин, мы нашли бы там вашу продукцию, с удовольствием попробовали. До свидания, спасибо огромное. До свидания, всего хорошего.